Впервые в истории страны национальный конкурс красоты «Мисс Кыргызстан» примет участие в международном конкурсе красоты «Мисс Супранешнл 2022». Об этом сообщили в дирекции национального конкурса красоты. Согласно информации, представительницы от Кыргызстана ранее принимали участие в международных конкурсах «Мисс Ворлд» и «Мисс ЮС». В дирекции было принято решение отправить первой от страны победительницу вице-мисс Кыргызстан 2021. Таким образом, представлять нашу страну будет 18-летняя Ширин Алайчиева. Во время подготовки участниц ожидаются занятия хореографией, интервью, фотосъемки и конкурс национального костюма. Ширин Алайчиева представит стилизованный кыргызский традиционный национальный наряд, рассказали в дирекции.